Just Cause 3. Всем привет, дорогие друзья и любимые подписчики. С вами снова Гидон, и мы продолжаем проходить Just Cause 3. Hey, mama, we broke that cone. Us, you company, don't ride on him bones. Come on down and do the hips and shake. Someone let me out my cage. Итак, дорогие друзья, у нас новая миссия под названием «Баварии на самолете». Вообще, здесь я полетал на вингсьюте. Кстати говоря, прикольно, я научился на вингсьюте долго держаться. Подержался 3 минуты 16 секунд, потом в дерево врезался. Как всегда, бред. Вот, но здесь что-то как-то дождливо, как-то, блин, и все разрушено. Блин, на тех островах было круче, прям намного круче. А здесь на материке что-то какая-то... жопа, мягко говоря. Ну, поехали. Шелдон. Что ж, хорошо, что заглянул, сынок. Значит, ты решил присоединиться к борьбе за Медичи? Слушай, я хочу кое-что прояснить, прежде чем мы перейдем к делу. Я прогнивший и коварный негодяй. Это правда. Многих диктаторов, считавших меня лучшим другом, я обводил вокруг пальца. Но лишь трем людям я доверяю, Рико. Себе, что понятно. Дяде Сэму. И тебе. Слушай, малыш, не обещаю говорить тебе одну правду, но я никогда тебя не предам. Знаю, это был Зина. Я так и знал. С самого начала знал, что этот никчемный коротышка задумал какую-то пакость. Знаешь, Шелдон, когда-нибудь я спрошу тебя, как так вышло, что мы встретились на корабле в ночь, когда погибли мои родители. И я уверен, что ответ мне не понравится. Дайма! А ты что здесь делаешь? Роза сказала, что я вам нужна. А Роза? Она сказала, куда идти. Ну откуда? Шелдон? Да, Рико. Ты уже втираешься в доверие к новому лидеру Медичи. Сам знаешь, старую собаку новым трюкам не выучить. К тому же Роза Мануэла — поборник свободы. А свобода — мое второе имя. А теперь, может, остановим эту бомбу и спасем мир? Давай, малыш, шевелись! Шелдон. Да, конечно, ты причастен к этому. И в конце, конечно, у нас будет, я уверен, такая будет стычечка, когда этот диктатор поганый все расскажет. Как все случилось, как он убил родителей Рико. Мой источник говорит, что бомбу грузят на самолет, и направляющийся в более тихую гавань. Надо попасть на борт. Ну ладно, так, садимся. Черепушка прикольная. Мне бы не свалиться с обрыва. Было бы хорошо. Этих дорог нет даже на картах агентства. А нас никто не подозревает. Ну, я надеюсь. У меня плохое предчувствие. Тебе надо веселее смотреть на жизнь. В конце концов, у тебя есть бесконечный парашют. Ага, и болтливый техасец. Кстати, да, блин. Бесконечный парашют, крюк, костюм белки, белки-летяги. Кстати, откуда ты новую шляпу достал? Такую же, точно такую же. Черт, блокпост! Ну, вперед! Этим меня не остановить. Вот и наша птичка, Рико! Заезжай внутрь! Ладно. Бомба в грузовике на борту! Разберемся с ней, когда поднимемся в воздух. Ладно, 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 это нам, мать моя, не впервой. Чёртово. Залетаем. Движение. Ё-моё. Было слишком, да? О, какой здоровый, блин. Да. Интересно, я смогу на таких летать? Я очень надеюсь, что они разрешили. Приближаются новые силы. Стой! Привет. Защита работает. Похоже, они уже здесь. Дайма, обезвреживай бомбу. Шелдон, ты поведешь самолет.
Гениально. Вот некоторые моменты какие-то происходят без звука, вот типа вот этого вот. Я не понимаю, почему, то есть... Или как-то это очень тихо происходит, я не знаю, вот какая-то вставочка, типа, оп, они оружие достали, там... Орел приземлился, Рико, штурвал у меня! Поднимаюсь наверх! Так... Или другие еще моменты. Вот это самолет! Охренеть! Так, войти в грузовой отсек. На это понадобится время. Где он? Подождите. А, защитите самолет. Все, я понял. Как ты предсказуем, Родригес. Теперь ты, предательница Тайма и этот ублюдок Шелдон собрались в одной консервной банке. Садитесь, и ваша смерть будет быстрой. Откажетесь, вас собьют. Да? Так или иначе, вам конец. Собьют, говоришь? Ну давай, сбивай. Черт, пролетели мимо. Ладно. Выбью пилота. О! Да. Блин, еще, да? А, боже ты мой. А почему мне ракеты просто не взорвать? Черт, ракеты, почему просто их не взорвать? Неплохо, партнер! Где еще? Вот, вижу. Ну, давай, есть. Смотри! Вижу, ты сделал выбор, Родригес. А теперь вы все умрете. Открыть огонь! Это крупная мишень, Рико! Черт. Не подпускай врагов! У как я это должен делать с моим скудным арсеналом? Я думал, ты у нас гений, Тайма! Что ты там возишься? Тихо! Бомба сложная! Помолчи! Где? О, боже мой! Упс! Упал. Блин, у меня уже кончаются патроны, ребят. Один на другой. Неплохо, партнер! Слушайте, а если я... Что если ты делаешь? Я... Сбей его! Тревога! Активная бавариевая боеголовка! Почему я не могу их связать? Нет времени обезвреживать! Почему я связать-то не могу? Ублюдок. Что вот. Будем делать, Рико? У нас только ты плюешь на гравитацию! Они наводятся на нас! Проще сказать, чем сделать! Враги на хвосте! Так, окей. Как мы его к самолету привяжем? Что будет? Видишь город, Рико? Это столица Медичи. Город Ситате Диравелло. Знаешь, как это переводится, Гомре? Город Диравелло. Нет, ты представляешь? Держись, Рико! Поднимаемся! Воу! Нормально. Сейчас только эти пеньки надо мной взорвутся. У меня блоками не зашибло. Чё ты там ныряешь, сволочь? Так. Где еще один? Так. Давай. Они наводятся на нас! Так. Уничтожь их! Давай. Взрыва не избежать. Какой план? Я возвращаюсь. Давай в кабину, Дайма. Я сброшу ее в море. Ну давай, падла. Лети. Не достреливаю. Ладно, пофиг, нам уже внутрь. Я внутри. Шелдон, открой люк. Ёлы-палы! Есть, амиго! Только давай без глупостей! Да, черт! Да кого я обманываю? И...
Ух! Нормально. Сейчас рванет. Генерал сделал отличную бомбу. Тут не поспоришь. Ну, что-то как-то слабенько, ну. Отлично сработано. До скорого, Рико. И спасибо, что выбрали нашу авиакомпанию. Да уж. Норм. Нет, нет, нет! План был безупречен. Как Гитлер. Вы лучшая частная военная компания в мире. Как вы могли не справиться с глупым ребенком в костюме белки и с веревкой? Я преподнес вам Родригеса на блюдечке. А теперь он думает, что я бегу из Медичи, поджав хвост. Да, тут озвучка неправильная. Синее пламя Бавария опалит землю, и я не потеряю Медичи и драгоценные шахты из-за вашей глупости! Здесь опять норм. Посмотрите, до чего вы меня довели! Уберите это. Конечно. Повстанцы атакуют, когда им вздумается, а потом прячутся за стеной. Атакуйте их, и пусть они знают, что вы наступаете. Отправьте лучшие части, вытащите этого дурня Зина из их тюрьмы. Я хочу знать все, что известно ему. И я не могу допустить, чтобы Родригес что-то вытянул из этого жалкого труса. А если увидите самозванку Розу Мануэлу, пустите в нее пулю. Не подведите меня. Ну, этого стоило ожидать. То есть... Окей. Ну, прикольно вначале. Нет, 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 нет. Как Гитлер. Чудесно. Тик. Выполнено. Да что с тобой? Рико, ты кончаешь после каждой миссии. Кое-какие краденые припасы с севера. Встретимся у стены. Есть новости. Похоже, Деравелла собирается атаковать. Нам понадобится твоя помощь, Амико. Ну, еще бы она вам не понадобилась. А? Конечно, вам понадобится. Так, мне сюда. Установили. И отправляемся. Так. Блин, ну 6 километров, конечно, напиливать. Надо бы вертолет. Наверное, он где-то может рядом здесь, но. Что-то я не вижу. Давай, 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 давай. О! Ладно, полетели. Летим, летим, летим. Чё там корова делает? Непонятно. Вот, в принципе, так и летать, блин. Е-е-е, я научился в какой-то веке. Зашибись. Все приходит с опытом, запомните. Вот. Ну, поначалу, конечно, да, я только на парашюте в основном летал. И очень сильно ругались за это на меня. Ничего, научился, научился, норм, норм. Будем летать, как белка-летяга, блин. Хотя она так не умеет, потому что у нее нет чудесного крюка. Главное вовремя отпускать крюк. А вот здесь на парашютике только. Отлично. И летим дальше. Бух.
Красота. Хотя нет, вот вроде как-то наладилось, знаете. Погодка стала как-то. Ничего так, ничего. Но все равно как-то что-то... Что-то не то, что-то как-то вот не так вот прямо ярко и солнечно, как это было на предыдущих двух островах. Правда. Что-то как-то вот... Что-то не хватает прям вот, я бы сказал. База что ли тут какая? Ну да, как обычно. А чё меня никто даже не предупреждает? Типа, запретная зона. Тебе сюда нельзя. Убьём застранца. А, вот теперь. Поехали. О боже, они зенитки попали, придурки. Только сейчас раздуплились, а? О господи. Истребитель еще там. Истребитель-то зачем? Ну летит белка. Сумасшедшая с крюком. Чё вам от неё надо, а? Подкрепление в пути. Боже мой, какое подкрепление, ребят, расслабьтесь. Цель сбежала. О! Продолжайте патрулирование. Отлично. Ну вот мы, собственно, и на месте. Дозорный на стене, лол. Задание дозорный на стене. Ну поехали. Пипец. Рико! Когда построили эту штуку, я сказал себе, когда-нибудь Марио Фриго встанет на стене и помочится с края света. У тебя всегда были большие цели, Марио. Это уже третий раз с тех пор, как я сюда прибыл. Ты тоже попробуй. Если Диравелла собрался нанести удар, ждать не придется. Что она здесь делает? А ты сам попробуй что-нибудь запретить Розе Мануэле. Рико. Для вас здесь слишком опасно. Я не только предводитель, но и символ. Ты это понимаешь. Именно поэтому ты сносишь статуи и избавляешь страну от яда пропаганды. А если Диравелла убьет вас? Ваших статуй у нас нет. И вообще-то, если... Прошу прощения, у меня есть один друг, скульптор. Отвези ее назад. А я буду удерживать стену. Не то чтобы друг-друг. Знакомы по социальным сетям. Что там, блин, зенитки долбят уже? Капец. Так. Ну что? За стену никого не пустим. Нормально. Я думаю, вы все знаете, на что это отсылка. А кто не знает, то это Игра Престолов. Мы вернулись в пещеру. Как там дела? Нормально. Не могу говорить. Эй, постарайся все уберечь, Рико. Повстанцам очень нужно снаряжение. Груз на западе. Окей. Так. Ух, ё-моё! Верт! Идите в баню, короче. Я верт забираю. Подождите, он не военный, что ли? Да вашу мать! А чё ты не можешь-то? Так, вон же военный. Нет, тоже не военный, ладно. Нет, военный! Военный. Так, давай. Давай. О! Ну, залезай внутрь! Чёрт тебя дери, падла! Я не успеваю, кажется, да? Чёрт, взлетай! О, боже, это ужасно, короче. Все, я считаю, попрыгался. А, грузы уничтожают. Нет. Черт побери. Ну как можно начинать, блин, дев без того, чтобы у тебя не было нормальной техники? Ну хрень какая-то. Серьезно. Мне нужен вертолет. Мне нужен вертолет, и я все сделаю, ребят. Просто дайте мне один вертолет. Боже мой, даже с пулеметами. Мне Рико, этого будет достаточно. Мы вернулись в пещеру. Как там дела? Хреново не могу дело. Говорить. Эй, постарайся Подождите. Все уберечь, Рико! Это зенитка? Повстанцам очень нужно снаряжение! А чё она какая-то... А чё она какая-то дебильная была? Капец. Блин, ладно.
Так. Как мне теперь с остальными только быть? Ну, то есть, блин, на земле вот как мне их выносить всех, а? Засранцы. Он меня достал! О, боже ты мой. Что за хрень? Подождите, кто это? Кто по мне отстреливает этой фигней? А, танк. Сейчас мы его угоним. Давай. Бум. Долой. Погнали. Убьете этого или нет, придурка? Слушайте, мне... Я сам уничтожаю, что ли? О, кажется, я сам в него попадаю. Как мне убить эту сволочь? Блин, я сейчас пока буду убивать этого придурка одного. Давай, 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 давай. Да! О! Внимание! Перезарядить оружие. Скоро они вернутся. Блин! Блин, ну почему нужно грузы ставить снаружи? Они снова наступают. Сволочи! Ну почему? Почему нужно все делать так тупо, а, ребята? Приближаются вертолеты врага. Ладно. Рико, стреляй из зенитки. Зенитки, зенитки. И так уничтожим. Отлично. Попробую накинуть. Давай, давай, давай. Так, отлично. Далеко. Тяжело попасть. Какие-то вы бронированные, сволочи. Да, с двух только улетаете. Мы с ними справились, но они еще вернутся. Фу, нормально. Прикольная машинка. На ней лучше всего всех хвалить. Приближаются вражеские истребители. Да ладно. Так, ну вот теперь мне точно нужна зенитка, ребят. Так. Где еще один? Где еще один? Черт подери. Блин! Теперь еще наземная. Ну все, крышка этому грузу. Да. Блин! Сразу надо было назад, сразу надо было в грузовичок, потому что если меня нету, то они будут долбить груз. По-любому. То есть я должен находиться там, они сразу на меня переключаются автоматом. Мы с ними справились, но они еще вернутся. Угу. Так. Нет, ладно, все равно надо. Приближаются вражеские истребители. Ну, отлично, а. Так. Пошел вон. Взлетай! Фух, ё-моё. Что ж такое-то, а? О, боже мой! Подонки. О-хо-хо-хо-хо! Мощно. Надо и тех валить, и этих валить. Всех надо валить, короче. А всех валить что-то не получается.
Ну и что, мне против истребителей сначала? Они первые прилетают, да? Но они еще вернутся. Вроде да, ладно. Приближаются вражеские истребители. Снова они! Так, окей. А теперь-то у меня машинки уже нету, ребят. Блин. Опять истребители. Охренеть, как круто. Как я должен уничтожать и верхних, и нижних, а? Объясните мне. Господи, да сдохните вы уже. Тебя взорвали, ублюдок. Так. Давай, давай, давай. Рико, они забрали Зино! Взорвали дверь и утащили его! Охренеть! Они летят к тебе на вертолете, Рико! А где, где, где? Черт! Это был отвлекающий маневр! Класс! Рико, поднимайся на стену! Я и так на стене, дальше-то что? Поднимись на стену! Сам... Отлично. Опа. Что ж, Рико, остались лишь мы с тобой. Чё закрываешься? Залезь! Зачем? Я, конечно, понимаю, что это особо круто, но... Зачем ты мог за тросом зацепиться и все, и залезть в вертолет? Зачем этот бред? Не, ну это цирк уже, серьезно. Рико, поднимайся на стену. Это просто цирк, реально. Извини, Рико, я позволила Зино сбежать. Проехали, Дайма. Я позабочусь о Зино. Ладно. Отпусти меня, пожалуйста. Видит Бог, я этого не хотел. Баварий открывал дорогу ко множеству химических новинок. Ночное освещение, магниты, браслеты. Погодите-ка. Что если я сделаю так? А, не, он врет. Нет! Видит Бог, я этого не хотел. Не, он врет. Баварий открывал дорогу ко множеству химических новинок. Ночное освещение, магниты, браслеты. Бавариевые животы – отличный сувенир для туристов. Ага. А что будет, если опустить в расплавленный Баварий соленую лакрицу? Ага, лакрица. У тебя был шанс, старик. И... Прошу, отпусти меня. У тебя был шанс, старик, и ты его слил. Я хотел побыстрее получить прибыль, записать обучающие ролики для химических классов, но Теравелло, ему нужно было оружие, чтобы... Пожалуйста, отпусти, Рико! Я лишь хотел побыстрее получить прибыль. Я добился этого. Я убил себя. Знаете, я не знаю, что я добивался. Ну, то есть... Да, я предугадывал, что я сдохну, но... Ладно, ребят. Рико, я пару ночи так туплю. Вы себе не представляете. Ну, ладно. Попробуем еще раз. Извини, что они хотят, Рико, чтобы я сделал? Господи, какое здесь сбежать. Управление отвратительное вот этим байком. Я правда, ребят, просто себя. Жуть. Я чуть-чуть бок поворачиваю, уже куда-то заносит. Что вы хотите, чтобы я уничтожил его? Видит просто Бог, вот так вот? Но я не могу хотел. На него нацелиться. Баварий открывал дорогу ко множеству химических новинок. Баварий. Ночное освещение, магниты, браслеты. Бавариевые животы – отличный сувенир для туристов. А что будет, если опустить в расплавленный Баварий соленую лакрицу? У тебя был шанс, старик, и ты его слил. Блин, ну серьезно.
твою мать. Попал хоть? Для тебя я слишком хороший пилот, Родригес. А, вот так вот уже, да? Что ж, ладно. Да блин, залезь наверх. Не тупи, будь добр, не тупить. Рико, будь добр, не тупить, прошу тебя. Так. Поехали. Он меня ждет, что ли, я не могу понять. А почему я не набрал патронов? Ой, да ладно, надо было сменить, что ли? Там же было 6 написано, или что я 6? Я лишь хотел побыстрее получить прибыль, записать обучающие ролики для химических классов. Могу понять. Деравелло, ему нужно было оружие, чтобы покорить мир. Ага, конечно. Продолжай врать, ублюдок. Я никогда не был храб... Вау. Зина покончена. Вот это ракетница. Здесь, в пещере, мы потеряли многих друзей. Пора покончить с войной, Рико. Да, самое время, старина. Конечно, когда я ему в пузо стрелял, вися снизу. Не, наверное, когда он загорелся, надо было просто спрыгнуть вниз, собственно, и все. Но, что прикольно, реально, вот в игре куча возможностей выполнить задание. Это прям круто. Мне это нравится. Так, ну что, дорогие друзья, я уже что-то подтупливаю знатно. Чтобы получить доступ к блоку обработки и питания ВИП, тебе нужно выполнить все задачи в трех провинциях на Инсула Стриати. Блин, вы опять меня... Давайте посмотрим. Я вижу пока что... А, два. Так, чтобы выполнить вот это задание, нам нужно освободить 3 провинции в Инсула Стриате. Тогда я получу «Борьба за Баварий» задание. А вот это, наверное, откроется, если я сделаю задание «Борьбу за Баварий» и освобожу поселение Фалко Максима Центком. Все понятно, да? А где это Фалко Максима? Фалко. Вот Фалько. Вот он, да. Вот эту базу вынести. Самая мощная база в игре, походу, будет. Так, а здесь, конечно, да, УИП отключится. Уип. Вот, так что, блин, опять куча фарма, ребят. Но хотя бы 3. Не 5, как я думал. Хотя бы реально 3. И, значит, получается, я освобождаю вот здесь вот 3. И мы отправляемся уже просто вперед до финала. Это 100%. Больше вот, ну, как бы заданий на освобождение уже не будет. Конечно, я не очень доволен этими заданиями на освобождение, но... Чё поделаешь, как бы, как говорится. Да, Умбра. А что Умбра? Я не понимаю. Что Умбра? Это вот это маленькое. Ух, ё-моё. Вот этот маленький райончик, это Умбра. Все понятно, короче. Ну и Фалк тоже, вот это просто база. Так что, по сути, не так уж их много здесь получается. Вот Приму освобожу, потом... Так я Регна освобожу, вот и все. Вообще целая халявная будет. То есть раз Регна, два Прима, и что-нибудь еще освободим... Ну, третьим. Я не знаю, что поменьше-то найти. Здесь 3 базы, ну нафиг не хочу с этим связываться. Вот, ну, Коста Сюд, наверное, освободим. Тут одна всего база и несколько поселений. Ерунда. Вертолет раздобыть, и все это быстро сделается вообще без проблем. Ну что же, встретимся мы уже в следующей части. На этом у меня все. Подписывайтесь на канал и ставьте лайки, вступайте в группу ВКонтакте и советуйте друзьям. Все ссылки под видео. С вами был Гидеон, всем спасибо и до следующей миссии.